Комплексный центр социального обслуживания населения города Каспийска в банкетном зале «Алмаз» организовал теплый светлый праздник для горожан преклонного возраста в честь Дня пожилых людей. Организаторы мероприятия подготовили для жителей города увлекательную праздничную программу и украсили столы вкусным обедом. Открыла мероприятие приветственную речь заместитель директора КЦСОН города Каспийска Джевгарат Алиева. Я поздравляю вас с этим одним из самых теплых, добрых праздников, Днем пожилого человека. Ведь у нас все семьи наши строятся на опыте, на мудрости наших пожилых людей. Подарили атмосферу и настроение праздника воспитанники Дома детского творчества, которые подготовили массу ярких и впечатляющих номеров, таких как стихотворение о бабушке, песня «Ты не бойся, мама», танец «Горянка» и многое другое. Стоит подчеркнуть, что концертную программу также украсил хореографический ансамбль «Арс». Ребята исполнили традиционную национальную лезгинку, которая не оставила никого равнодушным. Отметим, что почетными гостями мероприятия также стали заместитель председателя собрания депутатов города Каспийска Аза Алиева и специалист движения «Первых Каспийска» Ольга Мусанабиева. Они, в свою очередь, обратились ко всем присутствующим с поздравительной речью. Пожилой возраст – это золотая пора. То есть за вашими плечами осталось все прекрасные годы жизни. В вашей душе уже теплота, доброта, мудрость. И все мы учимся всему этому у вас. Вам, несмотря на ваш возраст, на ваши годы прекрасные, золотые, я желаю всегда, чтобы в вашей душе горел огонек, чтобы она никогда не погасла. Всегда, чтобы было мирное небо над головой. Не престарел, элегантного возраста. Вы понимаете, что мы являемся стержнем в каждой семье. На нас. Наши дети, наши внуки, а у некоторых и правнуки. Поэтому мы должны быть сильными, стойкими, убрать все свои болезни, чтобы никто не видел, и продолжать делать наставления нашим молодым. Я поздравляю вас с этим праздником. И мое желание первое – это, конечно, здоровье. Кроме того, поздравила с праздником наших любимых бабушек и дедушек певица Азарина. Она посвятила им несколько душевных и зажигательных композиций.